тебя быть волосатым. Хитлер. Артём! Погнали за ним. Он, понятно, что. Это не он. Пойдем погуляем, Игорь. Игорёш, привет. Я Лена. Какая нахуй Лена? Ты опять что ли ты, блядь? Да это я, Игорь. Ты тогда убежал, я не знал, что мне делать. Что понимаешь? Мне с тобой делать, блядь? А чё? Ты тогда как убежал? Как убежать, блядь? Ты тогда убежал, я вообще вся растерялась. Я не знаю, сейчас ты был бы бабой, так? Что делать? Игорь, ты не понимаешь, Игорь, что ты теряешь, Игорь? Пошёл. Игорь, у меня трусики розовые. Игорёша, он убежал, даже телефончик не ставил. Ему так и делать. Я думал, он оценит. Пойдем еще кого-нибудь заджумберим. Get money. Андрей, привет. Какой Андрей? Я Лена. Фотографию мне скинул ты, это же ты. Нет, конечно. Фотографию. Вот договорились с тобой сейчас прогуляться и в рафик твой сесть. Какой рафик? Что, совсем ничего уже? Чего? Я что, зря приперлась что ли сюда? Да, что-то вы ни о чем думаете, не о том. Это не я вообще. Я ни с кем не приписывался. Че, о чем говорите вообще? Вези меня тогда обратно. Я увезу, блядь. Пошли-ка сейчас, я увезу, блядь. Гонь. Пошли. Все, пойдем. Че, совсем ли что уже? Пойдем, пошли. Покажи фотографию, какую тебе скидывали. Где? Вдруг вокруг ты покажи мне скидывал. Мне. Ты сам ее удалил, покажи потому мне что. Ее. Че за херня такая, блядь? Ты че, блядь, орешь-то? Я ору? Конечно. По-твоему, я ору, да? Я че, истеричка? Пришел на свидание, а сейчас ты что тут устроил? Чебурятся все. Здорово, и ушла. Ты козел, ты понял? Ну и пусть, ладно. Дай попить воды. У меня нет воды. Ну в машине у тебя все равно есть вода. У меня все в горле пересохло. Отойди туда. Сходи в магазин, вышли. Нету денег у меня. Я на последние деньги из анального приехала. У меня семья, женщина, дети. Все. Илья, привет. Привет, Илья. Рафик твой? Это твоя? У меня вообще нету машины. Иди отсюда, бля! Все, мне в ту сторону. Мне туда, бля. Мне тоже туда. Заебал, реально. Че, мне пацанов вызов? Пусть не дали что-нибудь еще. А че, сам не можешь, да? Мужик, а? Не мужик? Блядь, у меня семья, женщина, дети. Все. Пришел на свидание и обманул, как очередной хамло. Хамло. Мы просто сам себе режиссер снимаем. А я думал, ты оно. Не сдавай заднюю, пожалуйста. Я тебе сейчас дам заднюю, я понял? Это он. А? Он, понятно, что. Сидел на скамейке, сказал, на какой скамейке. Сказал, а потом говорит, это не я, блядь. Андрей. Андрей. Андрей, до зонального хотя бы докинь меня. Докинь. Офигеть, как жарко. Сейчас биткоин просел до 30 тысяч долларов и резко вырос до 40 тысяч. И ты все еще думаешь, что поздно покупать? Самое время зарабатывать на биткоине. Но если ты ничего в этом не понимаешь, тебе поможет надежная компания Avalon. На вложенные вами деньги компания покупает криптовалюту по низу рынка и продает ее на пике, тем самым зарабатывая прибыль и делится ей со своими инвесторами, выплачивая по 1,3% в день. Чтобы стать инвестором, просто переходи по ссылке в описании, регистрируйся и уже зарабатывай стабильную прибыль каждый день. Начать зарабатывать ты можешь всего от 100 рублей. Просто переходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать каждый день. Я ему написал, что типа будем в красном платье, так что может сильно внимания не обратит, он будет сейчас искать красное, наверное. Никита, привет. Я тебя обманула, я в черном платье, а не в красном. Вот. Ты куда пойдем, Никит? Никит, ты чего? Пизду. А чего, мы же с тобой переписывались и договорились? Ну сейчас ты не отойдешь, нам сидит на животном. Кидаешь? То есть, Никита, ты че побежал-то? Не договорились же, Никита! Никита. Нормально летаться, не меня. Пошла нахуй. Позвай милицию. Все, 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 все. Не надо. Иди ты, короче, своей дорогой. Я вызываю милицию. Все, позови, номер свой мне только оставь. Ты чё меня расстраиваешь-то? Иди нахуй, твой. Все, хорошо, я пошла домой.
Все, 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 все. Все, я пошла. Пока, Никита. Пока. Все, давай. Все. Давай. Никита, я же вижу, что ты не звонишь. Никит, я же вижу в телефоне, что ты не звонишь. Дай сигарету. Я с тобой тогда поеду. Нет. У тебя грудь волосатая, блядь, дура. Я побрею. Сфотографируйте нас. Никит, давай сфотографируемся. Он сегодня не в духе, извините. Да Никита убежал, чего? Не мужик оказался, а так. Платье другого цвета, и чего? Не, ну обычно как бы мы не в машине переписываемся, а дома два человека. Просто не пришли. Скажи, что аппаратуру слушай. Сейчас ты, говорит, подъедешь. Не, да какой кайфу, блядь, заебался. Кайфу, а что? Нахуй, блядь, убери мне нахуй бутылки. Лена? Лена? Стас. Как? Стас. Поднимемся? Нет. А? Что, чувак, наебалово, что ли, какой-то? Мы с Ярославом переписывались, сказали, будем переписываться. Открывай давай переписку, ты меня что, сейчас кидаешь, что ли? Что, сейчас заднюю-то даешь? Куда пойдем? Подсними его, только не пались, не пались. Вон он бежит. Поехали тогда со мной, вдвоем. Руслан, поехали. Что снимайте, я понял, хули. Увидел камеру, что ли? Да, что ты? Бля, извини. Бля, хоть кто-то, блядь, нормально. Бля, пацан, там это. Чуть бы и без лица бы остался, блядь. Да. Мне все равно больше, да, понравился, да. Да, может, лучше не надо, а? Да может, надо. Давай, да, Саша. Да не надо. Пойдем, да, здесь, да, Макдак рядом. Можешь меня не трогать, пожалуйста. Чего, что ты хочешь от меня? Смотри. Это мои трусы. Ёпта, что, ненормально? Саша, ты там хотел слушать и лучше. Хотел, я тебя упрошу с тобой. Сука. Ебать, он там, короче, шпарит. Так, ну чё, кто у нас согласился? Сергей Л, да? Чё он, дай подожди, последний переписку. Ага. Ел, да, нормально. 15 минут жду. Всё, красава. Серёжа, привет. Я Лена. Приятно познакомиться с тобой. Очень было приятно с тобой вообще очень переписываться. Обнимемся? Нет, спасибо. А чё? Нет. Ты не рад мне? Нет. Почему? А? Зачем? Я Лена. Я верю. А зачем такая страница? Идем гулять, я трусики даже снимаю уже. Я не хочу даже снимать. Потому что... Я кто сказал? Я Лена. Какая Лена? Ну мы с тобой договорились на свидание-то. Какое свидание? Нет, с тобой мы пили. Ничего, мы ни с кем не пили. Я человека жду, ты что? Ты уверен? Я чувствую предательно. Да, в зеленой футболке там ребята стояли. Серьезно? Двое какие-то. Это не он. Это не он. Скинь мне фотку его. Или он. Привет, Андрюш. В смысле? Как договаривались, все, подошла. Че, куда пойдем? Кто? Лена. До свидания. Привет, Андрей. Лене, чужите, что ли? Давай, до свидания. Ты что это? Нормальный человек-то? Давай, счастливо. Пойдем, кофе хотя бы попьем. Ну, Макдак попьем, там по акции кофе. Не-не-не, иди. Ты что, шутишь, что ли? Андрей, такой спортивный, тем более. Ты что хочешь? Ну, если честно, тебя. Я ведь тебе не какая-то там девка с улиц. Одежда у меня постирана. Слышишь, не доводи до греха, говорю. Так почему ты меня не слышишь-то? Потому что я тебя увидел. У тебя борода. Я тебе да скажу, понимаешь? Нет, не понимаю. Что? Ты что, меня раздражаешь-то? Не я Европа вообще... Блядь. Чего? Ну нахер. Артём? Привет. Артём? Артём? Артём, ты куда? Артём? Артём? Сука.
Бля, быстро он стартанул, бля. Погнали за ним. Понял что-то, я ебать и втопил. Да, ну пропустите, бля. Куда он уехал, бля? Бля, куда он поехал? Прямо налево, направо, бля. И у нас все красное. Погоня, погоня. До свидания, мы не снимали с погони. Заходи, пропаливай туда. Мало ли он там в левый ряд встанет или куда еще. Я тебя посажу, потом поверну направо. Я не видел его. А, не видел? Бля, нету его. Блин, мы долго машину видеть собирались, блин. Она была прям бежать. Максим, привет. Ты пизда. Максим. Серьезно, что ли? Обнимемся? Не-не-не. Ну, просто мы с тобой переписывались, а я с кем переписываюсь, я всех трогаю. Макдак? Мы просто Макдак обычно со всеми ходим. Ладно, ладно, я понял. Я могу подруг позвать, если что. А что? А ты чё в лес-то сразу пошёл? А пописить что ли захотел? На первом свидании кидаешь? Да. Да как так-то? Максим, на первом свидании... Другой меня, блядь. А чё на первом свидании-то кидать сразу? Дима, привет! Привет. Я Лена. Давай. Чё ты? Ты куда? Дима! Дима! Ты куда? Вот такие вот дела.